Здравствуйте, дорогие дамы и господа! В преддверии Нового года наши авторы канала объединились в Германии. Да, на Новый год мы вместе. Вот. Мы поздравляем вас с Новым годом. Пусть этот год подарит вам массу новых возможностей, красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений. Желаем вам счастья! Ура! Ура! В этом лесу, собственно, и записывается по большей части немецкая природа, которую вы видите на нашем канале. Олени, грибы и все такое прочее. Вот, посмотрите, оленечка. Вот. Это мои любимые места, где я гуляю каждый выходной. И вообще у меня план 10 тысяч шагов в день. Поэтому контента можно сделать очень много за 10 тысяч. Здесь снимают несколько урожаев. Вот озимые у нас уже такие здесь. Поля все разного времени посева, поэтому это позволяет не делать большие нагрузки на транспорт занятый, как у нас бывает, что комбайнов нету, а рожь лежит на земле. Здесь все с недели разницы посева. Дороги встретили вот такой куст шиповника шикарный. Сейчас, наверное, соберем маленечко себе на чай. Красота, да? Не правда ли? Слышала от сторожил, все аллейки и все, так сказать, парки были засажены культурными растениями. Яблони, вишни, яблони разных сортов созревания, там летние, средние. Поздняя яблоня. Вот, например, яблоня. Я реально несколько лет здесь бываю. Яблоки никто не обрывает. Яблоки едят птицы, прилетают. Но сам факт, что не так, как тополиная аллея и все, допустим, это очень скучно. А здесь в разное время цветет, разные цвета, разные фрукты. Это очень интересно. Была Фалькензе, новую детскую площадку, она вся была засажена фруктовыми деревьями. Вот, а в Новосибирске сейчас минус 30. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи в новом году!